Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня мы играем на карте стадион, играем на сочетание Wasp M1 Twins и M1 в тундре. Пока что мы проиграем со счетом 9-15. Я надеюсь, что у нас не будет проблем и мы выиграем, затащим. Где флаг? Окей. Обе флаги были захвачены. Куда ты едешь, да? Релька такая. Ну, я сейчас обеих-то убью. Ох ты, блин, нет, я не успел, но Кром, если бы не будет тупить, ну, окей. Ну, не то, что тупить, но просто у него не получилось. Ну, у всех бывает, ну, смотрите, у меня тоже не получилось. Давайте-ка убьем сейчас вот рельку. Вот, все убили. Давайте-ка пойдем возвращать наш флаг. Ох ты, жига. Вам, чтобы меня не попало. Окей. Кстати, сегодня... суббота, значит сегодня 50% скидка на все. Угу, окей. На все красочки. Ну, я хотел бы получить новое звание и купить бы себе Роджер. Вот, все, возврат флага уже. Давайте-ка убьем Жигу, а потом уже Рикошета. Ой, блин, вот я не успел. Вот, счет уже 10-15. Я надеюсь, еще голдик будет. Да, ребят, кстати, я очень долго времени, ну, около там 3 месяцев, если не больше, то я не снимал летсплеев, потому что это было связано с тем, что у меня просто... Ну, я не хотел играть в эту игру. Я вообще за компьютером не сидел. Просто целыми днями был во дворе. Ну, там гулял всякое. Ну, каникулы уже были. Вот и поэтому я тогда ничего не делал. Ну вот, ребят, если вы сейчас будете возвращать. Окей, вот все. Какой счет? 11-15. Ну вот, нормально, да. Потихонечку все у нас начинается получаться. Итак. Где Эрик? Окей, давайте-ка. Нет, я не буду взять ДД, потому что у меня так мало ХП. Пусть возьмет кто-нибудь другой, у кого больше ХП. Итак, да, это уже доставка флага. Где ребятушки? Это как он меня убил? Ну ладно. Да, ну я подумал отправить заявку, ну, для того, чтобы получать спектатора. Ну, они мне ответили, ну, да, отказали, но сказали, если, ну, такой период, если вы будете снимать нормальное видео без мата, в том же духе, как и снимали, но только без мата, без всяких оскорблений, то вы попадете в кандидаты. Ну вот я подумал, почему бы не снимать. Ну, это у меня раньше, ну, неплохо даже получалось, но, блин, Жига тут мешает как-то. Ну, это не проблема, смотрите-ка. Опа. Ой, блин, вторая Жига. Еще и тут один. Ух ты, фу. Охренеть можно. Ну, главное сейчас рельку бы убить. О, да, блин, он не попал. Блин, тут еще и смога на ДА и Нитри. Ух ты. Надо его бы убить. А то давайте-ка я включу аптеку, ну вот. Ну вот смотрите, ребят, я настолько времени не играл, что у меня, смотрите, сколько нар накопилось. Ну да, они, если я правильно помню, там прибавили, ну и там что-то сделали разработчики, я что-то не знаю, я не следил за игрой. Ну там, заходил на арочку, взял и все, вышел. Давайте я тут стоять не буду, ну хотя нет, почему бы не тут стоять. Итак, ну, позиция у меня не такая уже хорошая, но ничего, бывает. Вот, еще и это убили. Давайте-ка в другое место пойдем, потому что там смока на наре просто. Наверное, один удар плюс один скритом, то мне хана.
Ну окей, давайте-ка посмотрим, где наш флаг. Ну ладно, ты держи флажочек. Надеюсь, что с тобой ничего не случится. Итак, я пойду возвращать наш флаг, потому что наши что-то, у наших что-то не получается. Я буду помогать союзникам. И, блин, нет, не получилось перелететь. Окей. Ну, гром. Ну все, это можно сказать, что возврат флага. Ух ты, нет. Не возврат. Ну, или возврат. Ну, блин, это мой флаг был. Ну, блин, окей. Ну. Ой, блин, я застрял. И вот еще и этого убиваем. Ух ты. Я не заметил, что тут шафт есть, блин. Окей, сейчас надеюсь, что доставит флаг. Блин, да что это такое-то, а? Ну, я одной рукой только что играл, ну ничего. Доставил, взял. Абдулла. Ну, ничего. Итак, ну, сейчас его бьют. Блин, просто, блин, бесить начал шафт. На меня только целится. А, их тут двое. Вот один там и вот один тут. Их тут двое, ну окей. Ну все равно сейчас меня убьют. Давайте-ка, ребят, я вот тут стоять буду. Буду ждать, пока он придет. И я его убью. Ну, типа я хитрый. Ну а ладно, нет, он заметил меня. Давайте-ка я захвачу флаг. Возьму флажочек. И опа-на, сейчас он выстрелит. Ну, блин, отойди. Ну, смотрите, вот из-за таких... Ну, иногда команды нормально проигрывают. Ой, блин, я не хотел взять. Ладно, раз так взял. Нет, я не скину вам флаг. Нет, ребят, нет. Да. Вот такие вот дела. Я случайно на F нажал, а не как сразу взять флаг. Ну, если я им скажу, чтобы они не скинули, ну, фигушки тебе, они ничего тебе не дадут. Раз так получилось, надо идти за флагом. Ух ты ж. Блин. Нифига себе, их тут много было. Ну, смотрите, если я сейчас скажу, чтобы он дал флаг. Давайте-ка. Дай флаг. Ну. Ну же. Нет, конечно же, почему? Он должен скинуть у него флага. Ну, если я его сейчас мешать буду, то он всю игру мне мешать будет. Если я даже ему скину там 50 флагов, но нет. Конечно же, нет. Он не скинет мне ни одного флага. Ну, иди. Да, блин, опять взяли наш флаг. Сейчас надо идти, чтобы возвращать. Ну, блин, они возвратили. А не мы. Ух ты, попал. Да, давайте-ка я возьму какое-нибудь другое оружие, потому что на Твинсе, на стадионе что-то не то. Давайте-ка возьму я рельсу. Итак. Ух, не понял. Гараж. Рельса. Вот, рельса установить. И вот так вот. Да, вот. А теперь все нормально. Ну, вот и все. У нас уже будет не Васпа Твинс, а Васпа рельса. Вот, перчик изменил вооружение. Кстати, если не ошибаюсь, то сегодня или завтра будет еще и 70% скидка на Викинг. Блин, я запутался, думал, что этот Эрик не наш человек. Вот этого убиваем. Ну ладно, ты бери флаг. Я знаю, что у тебя ничего не получится. Ну вот, сказал же.
Вот хотя бы я могу еще и там аптеку включить. Итак, давайте-ка вот тут поставлю я каминку. И пока что не знаю. Да, я знал, что отсюда я не попаду. О, фу, успел. Да. Давайте-ка я вот тут, туда вот пойду. Минку еще я поставлю. Ну вот смотрите, сколько за мной идут. Ох ты. Хм. Вот так вот убиваем скиллово. И вот. Ну блин. Надо бы скинуть флаг кому-то. Давайте-ка я остановлю запись на минуточку. Мне тут звонят просто. Балансных времен. Ну куда толкаешь? Ну блин, да, смотрите, они немножко, не знаю, что делать. Блин, не того убил. Ну да, у меня тут шансов не было бы. Окей. На каком я месте? Я на 6-м месте, еще 4. Офигеть. Блин, у нас мало времени. Надо что-нибудь делать. Ну, допустим, еще 2 флага достать. Я просто на время не смотрел, я так, ну, просто играл. Нет, надо что-то уже делать, нарить, ребят, только нарить. Окей, давайте-ка вот убьем вот этого, да. Предупреждать, конечно же, не надо. Блин, это шанс, ну не толкай ты. Все, возврат, сейчас остается только достать флаг. Ну, уже взяли флаг. Давайте-ка я сделаю вот так вот. Ну да, я не попал. Ну нет, ребят. Чувачок, ты никуда не пойдешь на этот раз. Ну блин, я не того бил. Ну, они там. Да, это было понятно, что они возьмут флаг. Давайте-ка я включу вот. Вот, сбил прицел. И вот у меня уже как бы есть время. Ну, давай, чувак, давай. Опа, нас. Ну, ух ты, блин, нет, ребят, надо бы скинуть флаг кому-то. Потому что у меня, смотрите, фул нарко. Еще сейчас аптека будет. Сейчас на минке бы не подорваться. Окей. Я тут кое-что посмотрю. Все, блин, у меня ХП, ну, половина ХП. Ничего. Блин, ни хрена себе, их много. Еще и крита. Ну, нифига себе крит. Что такое плохой, да? Опа-на, и возврат флага. Как профессионал я все сделал. Ну, не только я, конечно же, Викакром тоже мне очень помог. Без Викакрома я как бы не смог ничего делать. Вот. О, достали, красавчики, ребята, просто. Ну, дай флаг, пожалуйста. Скинь мне флаг. Вот, этого убиваем. Да. Ну, блин, не надо было... А, нет, кстати, надо было возвращать. Ну, рикошет, конечно же, мне помогает. Ну, возвратил, ну... Ну, блин, надо скинуть флаг тому человеку, у которого много ХП. Голдик. Ребята, Голдик.
И так я самоуничтожусь. И да, годик. Ну блин, чё так долго-то, а? Я включу ДА защиту, а потом уже нитру. Ну, ДДшку вряд ли бы включу я. Вот так, давайте-ка вот убьем вот этого вот. И будем ждать голдик. О, вот. Падает у нас голдик. И надеюсь, что я возьму. У меня есть шансы, ребята. И фортуна. Ну как он взял? Меня же падало. Ну, как бы голдик упал, но в конце упал и не успел взять. Не смог еще, только не то, что только не успел. Но нет, ребят, у нас есть шанс поставить флаг. Вы это видели, ребята? Вы это видели? Ну, скилл у меня остался немножко. Ну, ничего. Не смогли выиграть, но 14-15. Кстати, голдик еще и упал. Ну, такой эпичный, можно сказать, что эпичный бой был. Ну, для таких званий до капитана. Ну, до капитана это не так уже эпично, но у меня звание Уоррен 4. 4 кубика. Ну, многие так говорят. Ой. Ну окей, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступите в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.